Итак, ребята, с напарником мы переехали в другое местечко, уже не Сталинка, а старенький домик заброшенный. Решили мы здесь вскрыть полы. Вот, сейчас я вкратце вам покажу. Домик такой, знаете, на отшибе стоит. Но самое главное то, что здесь улица центральная проходит. И мы как бы не хотим шуметь, не навлечь на себя, как говорится, всякие там подозрения. И вот, прикрыли окна. Немножко стало темно, но у меня с собой есть фонарь, и я включил это дело. В общем, по находкам пока у нас не особо густо. Вот, подняли две зажигалки. Вот первая. Вот вторая. И советская монетка. Копейка. Ничего интересного пока нет. Вот, так что полы здесь на месте. Мы пока вскрыли там. Вот, так что посмотрим, что у нас здесь получится. В один прибор будем копать и находки будем делить пополам. Так что посмотрим. Итак, ребят, ну и у нас первая находка. Не знаю, как мы теперь с Александром Михайловичем будем делить данную находку. Это у нас серебряное кольцо. И, как вы видите, оно довольно-таки толстое. Это у нас серебряное кольцо. И имеется проба. Вот на проба. В принципе, будем работать при фонаре. Вот фонарик мой нам сегодня поможет здорово. Вот и буквально вот из этого уголка Михайлович сказал сразу либо серебро, либо медь. И он не ошибся. Серебро. Приятно, приятно. Надеюсь, это не одно, чтобы у нас не было сегодня драки по находкам. Так что продолжаем. Да, Михалыч? Попилим. Да, попилим. Продолжаем. Итак, ребят, продолжаем скрывать полы. И у нас вот здесь вот прям визуально выскочил артефакт. Вот. Я ломаю. А Саня Михалыч говорит: а, артефакт, артефакт. Как он попал сюда? Непонятно. Вот такие вот бусинки. Ну, нам такое не треба. Вот, скрываю очередную половое пространство. И посмотрим, что у нас тут. Какие-то сердечки. Визуально, что мы здесь можем увидеть. Так, визуально. О, смотрите, какая фиговина красивая. Визуально, ребят. Прикольно, какая-то детская. Так, что у нас тут еще может быть? Так, бусинки, бусинки. Так, здесь еще у нас пробка, что ли, какая-то лабуда. В общем, когда вскрываете полы, визуально сначала проглядывайте верховое. Потому что зачастую верховые монеты могут просто лежать, которые провалятся сквозь половые щели. Здесь доска. Смотрите, какая толстая, бля. Сколько это? 70-ка, ты говоришь, да, Сань? Ну, 60-ка. Она до 80 доходит где-то. Да, так что вот так вот. Он с камушком играет. Угу. Ладно. Сейчас я вам продемонстрирую, что у нас по находкам пока получилось. Ну, ничего, блин. Ладно, не получится пока с находками вам показать. Александр тут спрятал, потому что сквозняки сильные. Блин, Саня, мы кольцо потеряли, блин. А, вот мы кольцо. Кольцо. Монетка. Блин, почти все, что нашли, блин, потеряли. Блин, надышались. Пыли надышались, блин. Вот, получилось пока так. Зажигалка куда-то у нас потерялась. Советская. Вот, пока вот так вот у нас. Ничего особенного. Ну ладно. Так, ребят, наконец-то у меня что-то стоящее вышло. Вот. Я копаю, а Александр Михайлович копеечки советские вытаскивает. Вот ходячка даже 5 рублей. На мороженку, да, Сань? Вот, и у меня тоже пятачок выпал.
Вот он, красавый. Вот так вот он сам выпал. Это у нас 5 копеек. 52-й год. Приятный монитос. И можно перекурить. Так, что это у нас тут какой-то кинжал, блин. Напильник, что ли? Да, напильник. Вот, пока вот так вот получается. Не особо густо, но и не пусто. Чебурашки тут у меня всякие выскакивают. Вот чебурашка. Вот такой вот чебурашечка. Звенел громко. Помню я такой значок, в советское время у меня был. А потом петлица. Автомобильные войска. И вот такая вот совсем игрушечка. Девчачья, наверное. Но она не сигналила. Вот пока так. Пока так. Сейчас перекур. Перекур. И чаек горячий. Везде мы замуровали, чтобы нас сквозняком не продуло. Находимся при свете фонаря. Классный фонарь, ребята. Вообще шикарный. Вот это еще самый маленький режим освещения. Так что классный фонарь. Классный. Там... Здесь вот есть еще USB разъемы, чтобы если вдруг у меня кончится батарея, блин, ну короче, вот это открываешь, там и USB разъем, можно камеру подзарядить, телефон, ну и все прочее. Так что классный, классный. Все, продолжаем. Итак, ребята, при помощи пина, не прибора, а при помощи пина, вот отсюда вот из засыпки, здесь, я не знаю, крысиный уголок, что ли. Шелухи здесь полно всякой. Мусора здесь очень много. И среди этого мусора, смотрите, сколько ништяков. В прямом смысле ништяки. Какие-то всякие БОС. Затем пистолет. Я помню, это времена 90-х было модно. Такой брелок. Затем вот такая вот. Какая-то офицерская кокарда. Не знаю, что такое вообще. Может, декоративно, что? Не знаю. Вот, и по монетам. А, получилось советские ходячки. Вот. Ельцин 92-й, 20-ка. Вот, и советики, советики, советики. Вот такие вот у нас находки. Вот, так что вот с одного уголка. Фух. Что-то замерзли. До самых глубоких соплей. Чай не помогает. Холодно. Но... Мы копаем вот такую вот кучу уже накидали. Сейчас все вот отсюда вот вытаскиваем из-под полы. Потому что доски цельные, длинные. И мы вот из темноты. Сейчас я вам покажу, что у нас там в темноте. Вот, смотрите, там какой бедлам. Вот, но объема работы шурфить очень-очень много. Вот, так что ту комнату обязательно нужно взрывать. Но пока я не знаю, почему-то одни советики. Самая древняя монета, которую мы здесь подняли, это 34-й год. Пока без царей, но пока радует, что у нас есть серебро. Ладно, продолжаем копать. В один прибор, в одну лопату. Один копает, другой прозванивает. Вот. Так что ладно, поживем и видим. Итак, ребята, будем заканчивать сегодняшний коп. Сегодня покопали с компаньоном, с моим подписчиком, старым другом. В общем, созвонились, съездили, прокатились, ломку сняли, немножко монет наковыряли. Покопали бы еще, но он очень сильно замерз. Очень сильно замерз. Вот, лопата даже не помогает. Вот, на время. В общем, как у нас получилось сегодня по монетам? Кучеряво, но, к сожалению, никаких сенсаций не произошло. Все банально, советики, вот, всякие безделушки, цинусная находка. Ну, что я вам говорю? Цинусная находка, серебряное колечко. Ну, сейчас я вам все это продемонстрирую. Чего, сколько у нас получилось. По монетам получилось у нас сегодня много. Вот, даже не знаю, как считать. Вот, очень много монет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Ну, короче, штук 35 монеток. 35-40 монет. Вот такой вот значок.
нашли донор с СССР, я помню, такие выдавали. Такой вот ажурный красивый брелок. Ну, в принципе, брелков здесь полно получилось. Вот брелок, а затем вот брелок, потом вот какой-то брелок. Вот детские прелести всякие. Вот самое, что цинусное было, это самый первый сигнал. Это было очень удивленно тем, что это у нас серебряное кольцо. Имеется проба. К сожалению, сказать какой не могу. Вот, но судя по окислам, это, наверное, где-то 800 какой-то. Вот, потому что окисел, видите, какой. Чем больше примесей в серебре, а также в золоте, тем быстрее цвет металла меняется. Окисляется, темнеет. Вот, так что вот так вот. Ну, на этом и все. Все. Сейчас собираемся и в путь-дорогу. Все, всем пока и до новых встреч.